В год экологии в Якутске были посвящены эколята-дошколята. Воспитанники детского сада Тулукчан первыми в республике дали клятву защитников природы. По всей Якутии второй год реализуется проект «Зеленые пионеры». Он направлен на учеников школ, природоохранное движение «Эколята». Предназначен для совсем юных граждан, чтобы уже с детсадовского возраста ребятишки приобщались к зеленому движению и с малолетства учились любить и оберегать природу. В ближайшее время планируется посвящение детей еще в 8 детских садах республики. В ряды защитников природы вступят десятки дошколят. Они как раз будут вести свои проекты на уровне детских садов, направленных на познание природы, растительного мира, животного мира. Будут вести такие праздники и отмечать такие праздники, внесенные в всемирный экологический календарь: День воды, День земли, День птиц.